Ходим, бродим, набираем квесты. Квесты набираем. Квесты, квесты. Эти. А здесь нет квеста почему-то. А почему? Выполнили. Квест взяли, но не выполнили. Хорошо, стоите. Симпатично смотрится. Автобег. Девушка и пандемия. В защитной маске, видите, видите. Здесь тоже, наверное, этот квест уже взят и не выполнен. Вчера или позавчера. Или на прошлой неделе. Она все время так делает. И не нам совсем. Ну, какая коварная. А мы думали, она нас приветствует, машет, ля-ля-ля. Она коварная. Вот такая пандемия. Так, а куда мы шли? Мы шли сюда. Его прокачали.
последнее. Не, не симпатично это. Ой, что это? Последнее. А почему? Ну ладно. Ну, какая коварная. Всем машет и все. Здесь почему-то нет этого, как его. Ну вот, весь праздник мне испортили. Девушку убили. А как убрать эту штуку? О, это у нас Z. Засранец. Где тут у нас квесты? Вот что-то. Разложить приманку по... идет. А где выход? Раз, два, три. Вот
Так, где у нас эти? Разложить приманку. Разложить приманку. Имперский город. Разложить приманку по капканам для агримов и свести их. Свести. А это тоже? Да. И это. Ой. И как это называется? Район знати. Ну, где же еще? Так. Где же такие засранцы еще живут? Только район знати. Так. Дендрарий. Храмовый. Район знати. Видите, как несимпатично, когда прыгают так, бегают. Фу.
здесь у нас что? Нужно убить Зивкинов. Почему-то мне ничего не досталось.
Второй уровень. Ура! Недаром я погибал. Что это за хрень? Бегу! Что это не симпатично все, эти прыжки вот эти вот. Тьфу. Убожество. Что это? Что Counter-Strike? Ничего убого это выглядит. Мистер Лучезарский говорит, что надо?